В этой зарисовке я расскажу о винтажных брошах Трифари, как я их использую в своем образе. Когда я собираюсь на фотосессию очередную с Владимиром Василевицким, я обдумываю свой образ. Я обдумываю каждый элемент моей одежды. Какую шляпку я одену? Какие броши я приколю к этой шляпке? И вот я показываю, у меня такая есть полосатенькая шляпка, потому что мы собрались пойти сделать фотосессию в яхтенный клуб. И я решила, что я буду использовать для этого броши Трифари. Это винтаж, винтажные броши американские, американского дизайнера ювелирного. И где-то это 50-е, 60-е годы прошлого века, то есть 1950-е, 1960-е годы. В этой зарисовке я еще буду использовать не только Трифари, но и некоторые другие броши, которые есть в моей коллекции. И я показываю шляпки, на которые я накалываю такие свои коллекционные интересные броши. Броши, которыми я украшаю шляпки. Это Чехословакия. Покупала я в Полтаве эту брошь в 86-м, наверное, году или в 85-м. Это Трифари. Трифари с короной. Штурвал. Яхта. Катер. Скорее. Трифари с короной. Так она выглядит. Это Трифари тоже. Трифари с короной. Какой-то пион, наверное. Ну, на шляпку хорошо. Это тоже подходит под морскую тему каким-то образом, мне кажется. Цвет, наверное. Трифари с короной. Здесь маркировка. Иллюминатор яхты. Трифари с короной. Якорь. Трифари с короной. Это брошь Джи-Джей. Парус надутый. У Джи-Джей всегда с юмором все сделано. Джанет Джексон. Брошь. Это клипсы. Это клипсы Роберт Роуз. Вот здесь вот маркировка. Здесь вот на каждой клипсе есть такая маркировка. Роберт Роуз. Очень удобные клипсы. Хорошо сидят и хорошо держатся. Я редко клипсы ношу, но в этом случае мне они нравятся. Еще раз я повторяю, что это винтажные украшения, которые есть в моей коллекции. Я их собирала много лет. Я люблю американские, европейские винтажные броши, и я их ношу, я ими пользуюсь. Кулончик Трифари. Вот тут корона. Это такой американский бренд Трифари кулончик. В морскую тему очень подходит, мне нравится. Дополнить мой образ в этот день я решила шарфиком.
и он тоже был морской тематики.